Век компьютеризации с современными информационными технологиями уже мало кого удивишь. Возникает вопрос, почему бы не внедрить успешные практики и интеллектуальные технологии в различные сферы жизни людей, тем более, когда на Западе подобная тенденция не новая. В связи с этим в региональном правительстве идет активная работа над концепцией «умный регион». В том числе проект позволит внедрить интеллектуальные цифровые технологии в учреждения соцсферы. Разработчикам большого проекта «Умный регион» предложен целый ряд направлений практически в каждой из отраслей социальной сферы, по которым на сегодняшний день мир по большому счету двигается, и мы должны встраиваться в это большое движение. Вот электронных медицинских карт, услуг телемедицины, все перечислять я не буду, до полного сопровождения дистанционного и очного учебного процесса. В числе проектов, получивших статус пилотных, значится онлайн-наблюдение в учреждениях социальной сферы. Основным преимуществом нашей системы это будет возможность записи, то есть будет архив 30 дней, что соответствует, кстати, постановлению правительства, председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну и плюс такие детекторы, как детектор саботажа, движения, звука и огня. В качестве эксперимента разработчики взяли 4 объекта – школу, детский сад, парк молодежный и отделение поликлиники номер 4 на улице Камышинской. По словам завотделением, установка видеонаблюдения помогла сократить количество очередей. Камеры у регистратуры на входе и на этажах позволяют постоянно контролировать объекты и предотвращать внештатные ситуации. Много было вопросов с тем, что пропадали вещи. Конечно, появлялись те люди, которые приходили не за медицинской помощью, а, скажем так, нечистоплотные на руку люди. Уносили сумки, вытаскивали кошельки. Вот. И даже перед поликлиникой у нас установлена видеокамера, когда возникали такие ситуации, что сдевали машины, мы выявляли потом, уезжали. Вот. Но главное – это контроль. Работа регистратуры и контроль ситуации на каждом этаже поликлиники. Саму концепцию планируют утвердить уже к середине года. Она будет содержать стратегическое видение развития региона с учетом мировых тенденций, лучших технологий и успешных практик. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.